мы находимся в изоляторе. Здесь у нас, можно сказать, это как бы и больничный блок, и не больничный блок. И одновременно здесь не только находятся те, кто либо маленький, либо болеет. Здесь находятся котики на адаптации. Это те, кто не так давно попал, у них карантинный период, либо они привыкают еще к месту. Потому что животные получают стресс, иди сюда. Когда с одного места их вырывают в другое. Здесь, в общем-то, вот как раз такие животные. Либо вот как Виса, да, вот эта вот маленькая наша Виса, которая нет зубиков. Ей в другом месте просто тяжело жить. А здесь она получает более корм мягкий, с которой она может спокойно покушать, и никто у нее не отбирает. Боксы сами видите. Сейчас у нас пустуют боксы, кроме одного вот вновь прибывшей девочки, она еще у нее буквально дней, 5-6, она пройдет карантинный период, и тогда уже можно будет адаптацию, она уже можно будет ее просто открывать, она начнет выходить.